Ну, давай, рассказывай. Сегодня у нас папин день рождения, и такая вот посылка пришла. И ты ее будешь распаковывать? Да. И что же там в посылочке-то? Что-то мне, что-то бабушке. Ну, и что там такое? Мне, а это... Давай сначала бабушке, но ее не жалко. Кроксы. Ты прям нещадно так, да? Профессионально, да? Хватит уже рвать, доставай. Уже и так достать можно. Опа. Красно-черный, да? Да. На дачу. На дачу? Да, на дачу. Легенькие, замечательные такие. Подождите. Что? Давай второй пакетик распаковывай. Да? Нет, свой. О, чай такой. Что это такое? Не знаю. Что это такое? У нас есть замечательные кроссы, да? Да. С такими смайликами. А еще есть второй пакетик. Раскрывай, доставай. Что же там? Платьишко. Примерите. Да. Как вам платьюшко? Хорошо. Коротенькое, легенькое. Да. Не худо на худо. Нет. Ну, уберите Катю. Платье ж не видно. Кто там нарисованный? Это довольная.